Алроса увеличила продажи алмазов и бриллиантов. В компании озвучили итоги за декабрь и 12 месяцев 2019 года. В последний месяц уходящего года группа Алроса реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 363,5 миллиона долларов. Всего же в прошлом году продажи составили более 3 миллиардов долларов. Во второй половине 2019 года спрос на мировом рынке начал стабилизироваться. Этому помогла гибкая сбытовая стратегия добывающих компаний. Огранщики и продавцы входили в 2019 год с большими запасами готовой продукции, но их расчет на хороший спрос не оправдался. В результате многие стали массово высвобождать свои запасы. Это и подкосило спрос на алмазное сырье. В результате продажи добывающих компаний в прошлом году упали относительно 2018 года практически на треть. Однако по-прежнему стабильным оказался спрос покупателей на ювелирные украшения. Предварительные результаты их продаж в дни рождественских праздников показали, спрос относительно прошлого года в отдельных регионах даже вырос.